А сейчас самое интересное и важное из региона. Президент Владимир Путин выдвинул несколько инициатив по улучшению демографии в стране, а сегодня уже губернатор Поморья задумался о том, чтобы подготовить для этого основательную базу. Начали с детских поликлиник. Минздрав региона должен разработать для учреждений проекты реконструкции и капитального ремонта. За образец взяли детскую поликлинику Северодвинска. Напомним, первому педиатрическому отделению присвоен международный статус «Больница, доброжелательная к ребенку». По словам Игоря Орлова, средства на масштабные ремонты в детских поликлиниках региона уже заложены в бюджете на 2018 год. Кроме того, во многих учреждениях появится новое оборудование. Ожидают помощи из федерального бюджета. К слову, в мире уже начат ремонт детской больницы. Работы проведены и в Архангельской детской поликлинике на Приорово. Уже разрабатывается проект капитального ремонта детского отделения Верхнетоимской районной больницы.